Помните, в Сатпаеве был неблагополучный район внизу города? Есть такой же и в Жесказгане. Прям дома такие же. А я здесь не провалюсь? Да нет, наверное. Ну вот сюда, вот попробуйте. А здесь что вообще? Подвал. Это не подвал, это как бы подвал. Просто в деревянных домах подвалов нету. Окей, и у вас там подвал, и вы туда спускаетесь? Нет, это не подвал. Это просто, понимаешь, там трубы идут. Это мы перекрывают. Да, закрываем отопление. Честно, вот как вы здесь живете? Посмотрите, как мы живем. Видите, везде мусор. Как вот? Асфальта нет. Вот когда постелили вот этот вот? Поставили. Вообще не то, что асфальт. Сухадрич. Посмотрите, вот дом какой. Посмотрите. Вам не нравится тут как бы вот такой дом, но бордюры сделали. Новые бордюры. Бордюры два года. Я тоже сижу, говорю, я здесь не живу вообще. Просто говорю, вот бордюры скажите, поставили, а где асфальт-то? Честно, вот бордюры поставили, лучше стало, да, жить? Да. Сейчас еще улицы переименуют, вообще красота будет.